Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши лидеры. Оказывались ли вы когда-нибудь на съемочной площадке остросюжетного фильма? Вспышки, взрывы, погони. Эта атмосфера просто захватывает дух. Так же, как и наш новый бомбический аромат блокбастер. Главная роль здесь достается вам, наши любимые мужчины, отважные, идущие смело на любой риск и побеждающие. Я неспроста сказала, что аромат бомбический. Обратите внимание на крутой дизайн упаковки, на флакон, стилизованный под гранату. А название аромата расположено на звезде, похожей на те самые звезды знаменитой Голливудской аллеи. Этим мы хотим сказать, что наши мужчины достойны самых высоких наград – Оскаров. В самом аромате мы выразили нашу идею бодрящими нотами перуанского лайма, грейпфрута в сочетании со взрывными пряными нотами непальского перца и имбиря. Я уверена, что этой осенью этот аромат станет вашим новым фаворитом. Для представления нашей другой невероятной новинки позвольте представить вам моего сведущего, доктор Не, в переводе с французского «доктор Нос». Здравствуйте, доктор Не. Расскажите, пожалуйста, кто вы и откуда? Bonjour. Hello. Здравствуйте. Меня зовут доктор Не. Я искусственный интеллект, и я дружусь в лаборатории Дейкла. Эта лаборатория основана швейцарской компанией Firmenich в инновационном парке Федерального политехнического университета Лозанны. Это один из самых престижных университетов в Европе, ориентированный на исследования и инновации. Здесь находится 370 передовых научных лабораторий. А какое отношение вы и лаборатория D-Lab имеете к парфюмерии? Со мной в парфюмерию пришли большие инновации, настоящая цифровая революция. Я являюсь результатом труда огромной команды специалистов в области парфюмерии, цифровизации, научных разработок. За несколько десятилетий у нас собран и проанализирован огромный массив данных со всех уголков мира по парфюмерным предпочтениям, по ингредиентам. Эти данные дают новые возможности для современного дизайна ароматов. Искусственный интеллект предлагает нашим парфюмерам инновационные отправные точки, дополнительные идеи более эффективного использования различных ингредиентов, основываясь на комплексе параметров, таких как ольфакторные предпочтения, особенности региона, формат, дозировку и безопасность. Это нечто невероятное. Думаю, что самое время представить вам уникальное творение, созданное искусственным интеллектом Docteur Ne для Faberlic. С радостью представляю аромат моего авторства Futuria. Но я над ним работал не один, а совместно с французским парфюмером Amandine Marie. Я создал хай-тек аромат, в основе которого я использовал инновационный комплекс Альфория, который положительно влияет на эмоциональное состояние человека, настраивает на позитивную волну. А моя очаровательная коллега Amandine Marie вдохнула душу в этот аромат, добавив ему художественности. Вот это да! Просто фантастика! Настоящая сенсация! Аромат, созданный искусственным интеллектом в содружестве с парфюмером. И аромат звучит действительно космически. Он особенный. Он словно мерцает на коже различными оттенками. Доктор Гне, мы благодарим вас и Amandine Marie за этот уникальный парфюм. Мы очень надеемся, что вам придутся по душе и блокбастер, и Футурия. А мы продолжаем трудиться над следующими новинками, чтобы и дальше вас удивлять, радовать и вдохновлять. Merci beaucoup. Au revoir.